Это Каменск-Уральский, этот социально-культурный центр. Как раз люди получают одежду. Я уже свою одежду получила и вышла на улицу. Был большой концерт в большом зале. А, тут фотозона. Кстати, мы опоздали и зашли со второго этого. С того крыльца мы зашли. Я сюда приехала со своим, своим председателем участковой избирательной комиссии 1849. Был большой концерт, 25 лет Конституции Российской Федерации 12 декабря и 25 лет избирательной системе Каменского-Уральского. Нет, вообще избирательной системе в России. Собственно говоря, так как я являюсь неотъемлемой частью этой системы, как красиво. Ой, как красиво. Картинка у меня уже меньше, чем через неделю поменяется. Будет море, горы, пляж. Ну, я уже являюсь членом участковой избирательной комиссии. Больше 10 лет, да? Там прям дискотека. Ну, на улице не холодно. Социально-культурный центр находится у нас в центре города. Лестница. Ну, скользковатенькие такие. Там, кстати, у нас в центре города уже елку устанавливают. Так красиво. Вот с чем связана вот такая красота на деревьях? Когда была влажность, а потом этот, как сказать... Так, было потепление, а потом похолодание. Вот, наверное, с этим, да. Такие красивые прямо. Наш университет. Уральский федеральный университет имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Это вот единственный университет в нашем городе, который имеется... Нет, у нас есть университеты, но... Ну, тот самый порядочный, в общем. Я не его заканчивала. Я заканчивала СИНХ. СИНХ, а сейчас он называется УРГЭУ. Нам, находясь в зале... Ну, в общем, в СКЦ такие классные концерты. Мы сидели не очень удачно, потому что мы пришли в числе опоздавших, и мы сидели вообще на крайних местах, у самой стенки. Я пыталась снять обрывки концерта, так как мы сидели уже после середины зала. Это, короче, как бы я ни приближала свою замечательную камеру, все равно снять хорошо не получилось. Ну, в СКЦ у нас всегда хорошие концерты. Творческие коллективы нашего города, они ездят, ну, по всей России катаются, такие первые места привозят. У нас дети очень хорошо танцуют, очень хорошо поют, да все что угодно. В Каменске-Уральском живут талантливые люди. И талантливые дети. Вот уже подхожу, вот, хотел сказать, мечеть Александра Невского, уж совсем одурела, часовня Александра Невского, как могу вообще такое сказать? Иногда говорю такие слова, о которых я даже и не думаю. Строительство ледового городка идет полным ходом, ну, как обычно. Торжественное открытие 28 числа. К 28 числу уже будет вся
все ледовые фигуры будут сделаны, все горки. Сейчас вот шум такой. Это елку вот уже собрали. Не собрали только верхушку. Вот эта вот холера стоит. Какая-то некрасивая. У меня такой вид удручающий. Когда она загорится, конечно, красивее будет, но вот этот звук пила производит, которая лед режет. Представляете, да, все изо льда сделано. Лед с реки. Уже огородили этот весь городок. О, как много. А вот это администрация города Каменска-Уральского. А нахожусь я сейчас на площади Ленинского комсомола. Сейчас поеду домой. Поеду домой на общественном транспорте. Вон там остановка общественного транспорта. В сторону Ленинского поселка. Я смотрела репортаж по областному телевидению. Вот в Екатеринбурге, в центре города, будет ледовый городок построен по сказам Бажова. Уральского нашего писателя. А у нас по сказам чего? Еще неизвестно, значит. Ну, скорее всего, те, кто строит, то знают. Какой-то я неактивный человек сейчас стала. Раньше вот я бы это все уже знала бы. Маленький дурачок идет без шапки. Вот представляете, у него наушники в ушах, и он идет без шапки. Маленькая сволочь. По башке бы дать. На улице, наверное, градусов 15 есть. Естественно, мороза. Я в субботу уже улечу. Улечу в Турцию. Господи, как мне хорошо это будет, а? Как мне будет замечательно. Боже. Сейчас списываюсь с девочкой. Она там живет. И она говорит, у нас вечерами бывает холодно, по 10, по 14 градусов. Думаю, а господи, естественно, тепла. Я говорю, господи, а у нас? А у нас 15 градусов мороза, это для нас на обычное дело. А там тепла. Днем 20-21 градус. Очень хорошо. Замечательно просто. Да. Ну-ка, я сейчас подойду к часовне. Мне говорили, что там возле часовни установлена какая-то лавочка. Лавка примирения, что ли. А я ее все никак не могу посмотреть. Вон она, я ее вижу. А тут что, не чистят? Как мне тут ползти-то? О-о-о. Херга, тут еще пройдешь. Так, двойки там нет? Господи, для... какая же я все-таки невнимательная. Все тут чистят. Посмотри, какая большая дорога прочищена. Прям чуть ли не асфальт. Нет, я иду вот здесь вот. Как в лесу. Я не с той стороны завернула, а на самом деле все прочищено, пожалуйста. Вообще прям пешеходная такая-то. У нас нормально работают коммунальные службы в городе. Еще несколько лет назад, ну буквально, наверное, лет 10 назад, горячая вода у нас вообще давалась по часам. Давалась утром. Допустим, на 2 часа давалась днем. Я это помню, реально помню. И давалась вечером, в 6 часов вечера. У нас так работала котельная. А вот эта лавка. Указом царя всея Руси Петра I Алексеевича
от 28 сентября 1699 года повелено построить на речке Каменка казенный чугуноплавильный завод. Уже в декабре 1701 на этом же заводе были отлиты первые три пушки. Город 1701 год, город основания Каменско-Уральского. К изготовлению 315-й годовщине города компании Аравана. Ну и где эта лавка примирения? Или я там что-то не то прослушала? Что, часовня у нас закрыта? Ой, все, автобус едет. Представляете? Все, короче, я побежала. Выключаю камеру, мне надо торопиться. Иначе тут, блин, не уедешь. Пока!